замечательном маленьком концерте, который мы весь год готовили для вас, чтобы вы нас посмотрели. Кто-то у нас будет впервые выступать, просим строго не оценивать. Кто-то уже, как говорится, опытные, уже показывают более свободно, более себя артистично. Поэтому хлопаем, поддерживаем своих детей и получаем удовольствие. Большая просьба выключить телефоны, чтобы нашим артистам маленьким не мешали. Всем приятного просмотра. Уважаемые родители, сегодня мы рады видеть вас на нашем отчетном концерте вокального коллектива «Радуга голосов». Мы целый год готовились к этому концерту, и сегодня будем радовать вас нашим творчеством. Перед вами выступит Булдашова Таисия с песней «Две лягушки». Встречаем громкими аплодисментами! Дальше проживем. Да!
Екатерина. Доброе утро. Утро, мир, я веду, меня слышно.
Лапка. Я дарю на тебя.
и песенку знакомую тихонечко поет. Зима, весна, осень, лето, но с игрушкой колеся по белу свету. Зима, весна, осень, лето, вечно катится погодная карета. По городу весной веселый вроде человек, и красками волшебными смывает белый снег. И первые подснежники цветут в его руках, и травка пробивается на желтых башмаках. Зима, весна, осень, лето, друг за дружкой колесят по белу свету. Зима, весна, осень, лето, вечно катится погодная карета. Вот мы сделаем так.
Павловы Ева и Виктория, «Аквариум». Thank you.
Звездочка.
Все вопросы просто
Лена, «Ласточки». Зажигаем силей, так мигающих огней. Ритмы танцы зажигаем силей.
Доброта.
живу в России. Я бы.
большое богатство. Мир — это милость, улыбки и братство. Мир, когда солнце всегда улыбается. Мир, когда наши задачи решаются. Чижова Алиса. Близкие люди. Если мы хотели, все, о чем сказать мы хотели, стать единым целым, не делись на черных и белых, и в толпе прохожих, взять бы и обнять человека, мы ведь так похожи, для любви не видим запрет. Как ни крути, близкие люди, близкие люди мы. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Я и ты. Близкие люди, близкие люди мы. Близкие люди, близкие люди. Я падаю в небо.
вся жизнь один рывок, бесконечность, и сердцем измеряю путь. Всем друзьям.
себе. Мы развиваемся. Я уже не умею, не смею, не стану.
Печаль.
поздно опоздать. Все, давай, а ты давай, не забывай. Его я наизусть, и, может быть, хоть иногда приснюсь. Я ему, я не реву, и никому не признаюсь, что, кажется, колется там, где сердце плавится от мысли о нем. И мне так нравится, как он поет ту песню и путает все слова, будто они про нас. Кажется, колется там, где сердце плавится от мысли о нем. И мне так нравится, как он поет ту песню и путает все слова, будто они про нас. Кажется, и слезы катятся по щекам, я никому даже не вникал, что кажется, он мне нравится, я давно уже позже. Кажется, он мне нравится, он мне нравится, он мне нравится, он мне нравится. Thank you.
твоя звезда. Я звезда найдет ты.
Сабина. Мураши по коже.
проект «Магаду» мы все очень старались и участвовали в различных концертах и конкурсах. И, конечно же, каждый из нас получит грамоту и вкусный подарок за активную концертную деятельность. Деятельность награждается Заславская София. Ивляева Елена. Захарова Дарья. Букреев Даниил. Петров Денис. Стукова Ульяна. Вернергольд Маргарита. Лудина Мария. Девяткина Серафима. Yeah.
Концерт завершен. Я благодарю своих помощников. Сегодня в этом году мне помогали Кондакова Вика и Ярганцева Алина. Я была сегодня на звуке. Так что всем спасибо огромное за внимание. Приглашаю всех детей на общее фото. И можно отдыхать. На общее фото. Наталья Леонидовна, можно вас оставить здесь вот немножечко? Ребят, давайте всем поблагодарим Наталью Леонидовну. Что случилось? Наталья Леонидовна, вы так разволновались, что забыли стих. Готовы? Все встали вместе. Так, где-то помогает. Готовы? Всем спасибо. И всем спасибо за внимание. За возможность в общем мире. Говорим вам до свидания. До счастливых новых встреч. Мы от лица всех родителей благодарим вас большое за то, что уделяете так много времени нашим ребятам. Наталья Леонидовна, спасибо вам огромное. Большая благодарность и признательность за то, что вы работаете с детьми, находите их таланты, выявляете их и помогаете осуществлять мечты. Пусть и ваши мечты бывают. И удачи вам дальше в работе.